Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля. Я стройнею, не спеша, но готовлю вкусные блюда и стараюсь сделать их менее калорийными. Сегодня я готовлю вкусный ужин всего лишь из трех ингредиентов. Это кулени, бедрышки и крылышки. Дело в том, что я покупала целую курицу. Грудку я жарила в пергаменте. Видео есть на моем канале. Из спинки и, так сказать, остова грудки я сварила суп куриный с лапшой. А самое вкусненькое я замариновала соль и любимые специи. У меня здесь смесь перцев, кориандр, паприка подкопченая. Это у меня мариновалось сутки. Но можно замариновать всего лишь за час. А еще мне нужен кабачок. Тем более сейчас осень, сезон кабачков. И лук. Если кто-то хочет посытнее, если готовить на семью, можно добавить и картошечку, и болгарский перчик. В общем, любые овощи на ваш вкус. Но сегодня я хочу, чтобы у меня было менее калорийно. Вес всех уже продуктов я записала. И сейчас мне только останется нарезать кабачок и лук, тоже их приправить, добавить капельку масла и сложить все в пакет. Вот такими кубиками я режу кабачок. И вот так, не мелко, режу лук. Посыпала адыгейской солью. Она мне нравится. Она там тоже с приправками. И добавила свои любимые приправы. Те же самые, в которых я мариновала курочку. И добавила буквально 9 грамм оливкового масла. И еще 6 грамм у меня пошло при мариновании курочки. И на все-все это блюдо получается всего лишь 15 грамм масла. Сейчас хорошо в чашке перемешаю и аккуратненько уложу в пакет. Да, не сказала, я уже заранее включила разогреваться духовку на 190 градусов. Выпекаться будет где-то около часа. Нужно смотреть по своей духовке. Вот такая красота. Сверху сделала 2 прокола для выхода пара. Все, ставим запекаться. И вот такая красотища и вкуснотища у нас получается. Она уже подостыла, я взвешивала и посчитала все к обожогу. Итого получается 116,5 килокалорий на 100 грамм. 8,4 белки, 7,4 жиры, 3,9 углеводы. Приятного аппетита! Кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока, ваша Оля.